Всем приветики. На самом деле, программа монтажа Sony Vegas может творить чудеса. Изначально у меня был вот такой вот ролик. Для кого, что и почему я выкладываю на этот канал? Для тебя. Только лучшее. Потому что ты супер. Там слышно, вначале у меня какая-то отрыжка идет или что-то такое. Там пощелкивания были слышны. Я добавил это все в Sony Vegas и вырезал все это, обрезал лишнее. И в итоге вот что получилось. Собственно, то, что вы уже и видели. Для кого, что и почему я выкладываю на этот канал? Для тебя. Только лучшее. Потому что ты супер. Кроме того, на самом YouTube тоже есть небольшие проблемы с оригинальным файлом. Вот получается оригинальный файл. Для кого, что и почему я выкладываю на этот канал? А вот уже обработанный. Для кого, что и почему я выкладываю на этот канал? И как мне кажется, он звучит намного громче. Ну, не намного, но чутка погромче. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы, наверное, что-то со звуком. Какие-то есть разница после выхода рендеринга и оригинала. В оригинале 265, наверное, а после Вегаса 319, наверное, поэтому. Вот. Такой интересный момент. Так что Sony Vegas порой творит чудеса. Может, из хорошего сделать плохое. Ой, из плохого сделать хорошее. Ну, а на этом все. Всем покедово.